Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это очередной влог новостей касаемо The Isle of Rima. Перед началом, как обычно, хочется поблагодарить всех наших донатеров и спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, пока мы ждем обновления дорожной карты, давайте пробежимся по девлогу. Что было сказано и что стоит ожидать в игре в будущем? Честно, Донди сам сказал лично, что с выходом обновления будет новая дорожная карта. Но странно, сегодня 2 июля, обновление вышло 23 июня, и пока тишина. Может, это будет что-то грандиозное? Не знаю. Также нам показали концепт-арт Зухамимуса, который мы с вами рассмотрим и чуть разберем. Итак, большая часть месяца была сосредоточена на том, чтобы вывести 6.5 из закулисья. Это само собой повлекло за собой множество исправлений, ошибок, корректировок, баланса и тонких улучшений почти каждой игровой механики. Разработчики также вложили значительные усилия в оптимизацию на стороне серверов для повышения производительности. Теперь, когда обновление выпущено, внимание снова переключилось на другие работы, включение системы миграции для тщательного тестирования Quality Surrounds. Кроме того, кипит работа над новым играбельным динозавром, таким как Дилофазавр, то включает в себя реализацию связанных с ними механик и анимаций. Кстати, по секрету, огромную ставку ставят именно на Дилофазавра в грядущем обновлении. Это то же самое, как нам часто спойлерили Бэйпи и Траадона. Также разработчики сосредоточились на разработке следующего набора обновлений, которые представят нашу новую карту Gateway. Система перков уже находится в разработке и должны быстро развиваться по мере того, как команда соберется для окончательной доработки их дизайна. Также ведется доработка Diablo Ceratops'а в рамках его спарринговой системы. Система очередей теперь работает на всех официальных серверах. Еще классное нововведение, которого очень не хватало игрокам. Ведется работа над новым планировщиком серверов, который управляет официальными серверами и перезапускает их. Эта система перезапускает сервера каждые 12 часов и анонсирует предупреждение о перезапуске через 5 минут. Будущее изменений искусственного интеллекта и его базовое поведение теперь четко также определены разработчиками. Вместе с Gateway выпустят еще несколько опасных искусственных существ — ботов. Внимание! Олени начнут спавниться небольшими стадами с оленятами и перегруппируются, если они будут разделены во время нападения. Также, возможно, это коснется и других известных ботов. Кроличьи норы и норы других динозавров можно будет разрушать, чтобы найти спрятавшегося кролика или других обитателей. Весь спаун ботов будет переделан, так сказать, под свой некоторый биом. Интересно, что за виды ботов будут введены, пишите, короче, ваши догадки в комментариях, буду рад почитать. А вот для тех, кстати, кто не слышал крики нового Дилофазавра, приятного прослушивания. Согласись, мурашки пошли. Также завершены атаки и передвижение Геррерозавра. Теперь по поводу Рекса и Трайк. Работа над первым ведется, как оказывается, главным аниматором, но вот показывать и спойлерить он его не хочет. Да, обещали с прошлого девлога стрима на Twitch, а нет, фиг вам, называется, все анимации обновлены безусловно. Завершены все стадии его роста, также все передвижения, бег и прочее. Кажется, нас ждет нечто колоссальное с ведением этого огромного апекса. И очень надеюсь, что при вводе его в игру это будет, несомненно, как вишенка на торте. Имейте в виду, что Тираннозавр Рекс в настоящее время планируется сделать доступным для игры только на серверах сообщества, а не на официальных серверах. Все-таки, кажется, к концу года, в 7-м обновлении, мы его увидим. На горизонте нового обновления появятся также новые игровые персонажи Диабло Цератопс, Дилофазавр, Геррера. Каждый из них, повторюсь, находится на разных стадиях завершения, и каждый откроет новую механику. Команда разрабов делает все возможное, чтобы игра за этих существ была эффектной, захватывающей и уникальной для The Isle of Rima. Также к финалу движется разработка оружия для фракции людей.
В игре будет снайперская винтовка калибром 7.62, которая в основном смоделирована с известной снайперской винтовки М24, которая будет иметь 8-кратный прицел. Магазин скорее рассчитан на 5 патрон. У нас также будет пистолет, представляющий собой комбинацию нескольких известных пистолетов, наложенных на новую модель в игре. Производная часть модели взята с пистолета Sig Sauer P226. Это автоматический пистолет с 9-миллиметровыми пулями. Также часть взята разработчиками с известной Беретты. Несомненно, сейчас это все еще в работе и может быть потом изменено. А теперь пришло время Зухамима. Мы его видели в начале трейлера Hope еще в 2020 году, и я уверен, что фанаты игры в Рима этот момент запомнили навсегда и запечатлели его в своей памяти. Зухамим – род тераподовых динозавров из семейства спинозаврид. Зухамим был крупным динозавром и достигал по разным оценкам 10-11 метров в длину при весе в 2-5 тонн. Зухамим имеет особое отличие, по которому его легко узнать чрезвычайно длинной, узкой и низкой мордой. По версии игры Legacy, хороший блидер, имеет приличный урон, на суше медленный, но в воде достаточно быстрый. Что можно сказать, судя по новому концепту, версии в Риме, так же как и уточнили разработчики, Зухамиму предпочтительно будет жить и обитать в болотных и грязевых биомах. Зухамим будет небольшого роста, уживаться с противниками его биомов будет достаточно легко. Также отмечу, что у Зухамима будет своя игровая фишка. Он сможет целиком прокладывать небольших динозавров, бейпиозавры и траодоны. Скорее всего, у него будет выпад с воды, подобно Дейнозуху. Мне кажется, некоторые черты механики и их особенность припадет от него к Зухичу. Интересная механика гнездования, яйца и кладки строить в грязи. По сути, определенно хорошо, похитителям яиц будет нелегко разорить гнезда будущего Зухамима. Еще хочется отметить, что Зухамим может набирать в свой огромный рот воду, словно пеликан, перетаскивать ее, кормить детенышей и также понемногу расходовать, поглощая ее самому. Ну а на этом у меня пока что все. Ждем выхода новой дорожной карты и сразу же за этим выпуск новостей. Обязательно подпишись на канал, поставь палец вверх и нажми колокольчик. Если ты это сделал, то просто красавчик, молодец. Все, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.